Мне надо достать от ворот его куртки. Теперь я встаю на свой локоть. На этом движении я ловлю и делаю свип. Всем привет, меня зовут Влад Лосев. Я коричневый пояс по джиу-джитсу и тренер клуба «Титан» отделения «Речной вокзал». Сегодня я хочу показать для команды «Октагон Шоп» пару своих техник. Давайте рассмотрим базовый свип, оверхед, с немножко модифицированными захватами. Первое, что я делаю, мне надо достать от ворот его куртки. Я здесь держу за самый краешек. Следующее, я должен этот краешек продеть через его руку. Чтобы это мне было легче сделать, я своими ногами подбиваю его к себе. Оп, теперь, вот, я краешек достал, передаю в руку и натягиваю. По сути, это захват, с которым я буду выполнять данный прием. Сейчас он на мне, мне надо обратно его увести. Это я делаю также с помощью своих бедер. Оп. Теперь я встаю на свой локоть и расцепляю свои ноги. Встаю на левую пятку и на правую ладонь. И смотрите, сейчас я буду своим тазом как будто давить в него. И делаю такое движение, как будто я хочу собрать спину. Обычно, почти всегда соперник будет своей рукой, да, мешать мне это делать и давить в меня. На этом движении я ловлю и делаю свип. Здесь, смотрите, у меня хороший контроль руки. Я могу перехватиться и выйти на армбар. С точки зрения системы баллов джиу-джитсу, когда я его делаю, я здесь забираю 2 балла за свип, 4 балла за маунт, и открывается хорошая атака на сабмишн, на досрочное завершение схватки. Ребята, всех приглашаю заниматься джиу-джитсу, изучать новые техники, интересные. Мне лично очень нравится перемешивать базовые приемы с нововведениями новой школы молодых джитсеров. И мне кажется, получаются очень крутые вещи. Так что всех жду у себя на тренировках и в тренировках в залах Академии Кристиан Цистара.